Выставка картин самого известного художника-мариниста открыта в Иванове. В пучину морских страстей Ивана Константиновича Айвазовского предлагает окунуться в художественный музей. Выставка передвижная, инициатором стал Ярославский музей. Айвазовский нам дает, прежде всего, вид моря, очень знакомый, узнаваемый с детства. И поэтому вот эта вот романтическая такая окраска его творчества, она и приподнимает нас вот над обыденностью и сулит какими-то новыми открытиями. Айвазовский и море – почти синонимы. Около 6 тысяч работ посвящено водной стихии. Большинство изображений – это Черное море и природа Крыма. Есть работы, сделанные на Кавказе, в Египте, Италии, Америке. У нас целый зал посвящен вот этой тематике противостояния человека и моря, да, превосходства моря над человеком. Собственно, 2/3 работ, по его признанию, это его работа, это вот тематика бури на море. Хотя у нас представлен разный Айвазовский. Айвазовский маринист, Айвазовский вообще пейзажист, видописатель, то есть автор сухопутных пейзажей. Поэтика Айвазовского никого не оставляет равнодушным. Смотреть на его картины – это все равно, что побывать на море. Чудесная возможность в осенние будни. Море, море затронуло море. Никогда на нем не была, хотя бы немножечко увидела море глазами Айвазовского. Великолепное, страшное, опасное, но опять-таки великолепное. Смотришь картины Айвазовского – это воздух. Это дышать хочется, это не хочется никуда уходить. Это какой-то создается объем в пространстве. Из нашего города картины Ивана Айвазовского отправятся в Вологду. Но у ивановского зрителя еще есть шанс увидеть полотна великого русского классика. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.